Samsung представила смартфон-раскладушку. Новинка получила дисплей 4,2 дюйма и процессор Snapdragon 821. Компания Samsung представила в Китае смартфон-раскладушку SMG9298, оснащенную 4-дюймовым SMOLED-дисплеем и процессором Snapdragon 821. Новинка создана на платформе Android. Передает NDTV. Смартфон оснастили 4 ГБ оперативной памяти и встроенной памятью объемом 64 ГБ. Основная камера смартфона получила разрешение 12 МП, апертуру f1.7 и возможность снимать видео в формате 4К. Фронтальная камера оказалась с характеристиками несколько попроще, разрешение 5 МП и апертура f1.9. Аккумулятор новинки имеет объем 2300 мАч с поддержкой функции беспроводной зарядки. Ожидается, что смартфон будет продаваться на территории Поднебесной, маловероятно, что продажи гаджета будут проходить за ее пределами. Ранее корреспондент Net сообщал, что в сети обнародовали пресс-рендер Samsung Galaxy Note 8, презентация которого ожидается 23 августа. По материалам сайта newsgra.com.